Бюджет будет сложным. Об этом говорят, конечно, на всех уровнях, от федерального до маленького поселения. В каждом муниципальном образовании нашего региона, будь то Новая Земля или Архангельск, даже некогда города-доноры, например, Новодвинск и Коряжма, испытывают финансовые трудности. И от этого никуда не деться. Таковы реалии сегодняшнего времени. Но это вовсе не значит, что нужно сесть и сложить ручки. Необходимо грамотно расходовать то, что есть, смотреть на вещи реально. Каждый из нас так или иначе планирует свой бюджет. Мы сопоставляем доходы и расходы, потому что в наше время лучше жить на то, что мы можем получить реально, а не сооружать для себя воздушные замки из легких денег. Оттого и планы у нас всех самые разные. Мы готовимся покупать жилье. Ну, наверное, если получится, то скрипку хорошую ребенку. Нет, к сожалению, не получается просто. А почему? Сами знаете, почему. То, что нам надо все есть. Правнучка вот недавно родилась. Ну вот для этого ничего, значит, она вот ей подарить. Ну, немножко есть в запасе. Нет, не откладываем. Живем одним днем. Что есть, то и есть. Планы есть. Вот смотрим, какие в банках будут ставки. Они еще очень низкие для нас, для пенсионеров. На старость, мало ли что. Те же зубы вставлять, и то пенсионеру сколько надо денег? Мне не получается копить, я сразу трачу. В основном на машину, прочее, не знаю, на дальнейшем, на квартиру. Коплю тоже, как бы, ну, хочу дом свой. Нет, не делаю накоплений, что денег мало. Да, коплю деньги, когда-нибудь на что-нибудь потрачу. Да, я коплю деньги, я коплю, например, на одежду. Мы делаем ребенку накопление для учебы в институте. Нет, зачем? Это все уже нажито.